Космические технологии при уборке городских улиц. Система ГЛОНАСС теперь установлена на всей спецтехнике муниципального предприятия «Город». Год назад здесь установили систему слежения на первую партию машин. Сегодня более 40 единиц техники, выезжая на уборку улиц и дорог города, контролируют, не выходя с предприятия. Оправдано ли это, выясняла наша съемочная группа. Алло, Вячеслав Михайлович, Гридер, 88, простаивая, длительная стоянка, пожалуйста, проверьте маршрут. Ежедневно с 7 утра до 4 дня диспетчер контролирует все машины предприятия. Теперь через космос отслеживают маршруты движения техники, их скорость и время, проведенное на стоянке. По замыслу авторов, ГЛОНАСС вводился ради безопасности транспорта. На деле пока для повышения логистики. Если длительная стоянка, может быть причина поломки какая-то, мы сразу оповещаем механиков, чтобы уже принимали какие-то меры. Да, у нас в основном система ГЛОНАСС находится на технике, которая работает и зимой, и летом. Только летом, соответственно, уже у нас поливачи будут поливать город, мыть улицы, а зимой они подметают и гридируют. МОП-город работает по 4 городским маршрутам. Это 2 в центре, 1 в Самбатхее и 1 маршрут в 9 микрорайоне. Схема работы в 2 смены. Если погода не преподносит сюрпризов, техника выезжает в город и работает с 7 утра до 16 часов. После с 10 вечера до 7 утра. Причем в ночное время диспетчер не работает. Все заявки принимают механики. Но любой маршрут, будь то ночной или дневной, по прошествии определенного количества времени можно отследить. Информация о передвижении техники пока хранится бессрочно на общем сервере. Тракторист с 20-летним стажем Сергей Павлов о системе ГЛОНАСС слышал. Оснащение техники системой слежения через космос во многом оправдано, считает специалист. Хотя на качестве работы это никак не сказывается. Ведь от появления новых технологий техника не молодеет. Когда ломаемся или что, вот сразу находят с этой системой. А в принципе, так как есть, так есть. Как работали, так и работаем. На счету предприятия чуть более 60 единиц техники. Чтобы обеспечить чистоту на дорогах и тротуарах города, машин надо на порядок больше. В этом сезоне было закуплено 2 бульдозера, тракторы. Фреза и асфальтоукладчики выйдут на дороги ближе к лету. Наличие системы ГЛОНАСС для предприятия все же дорогое удовольствие. Так же, как и для МОП-жилсервис, наличие которого теперь новая техника с такой же системой слежения. Разница лишь в количестве единиц. Если дворовой техники не так-то и много у предприятия, то МОП-город за 44 единицы ежемесячно платит около 18 тысяч рублей. И это помимо других затрат.